дорогая передача. Наш народ так озадачен. 3 недели как судачат про коварный карантин. Обсуждаем во всех чатах, как изменится зарплата, как нам жить теперь, ребята, и сколько дома просидим. Поначалу все шутили, наконец-то отдохнем, но вскоре власти запретили покидать родимый дом. Быстро кончилась заначка, началась у всех тоска, ведь чтобы выгулить собачку, оформить надо пропуска. Но в России с этим сложно, скажем, даже невозможно. Люди стали осторожно, карантину вопреки, кто махнул с семьей на дачу, кто прогуливаться начал, а кто, надеясь на удачу, умотал на шашлыки. Веселились, пили водку, как в обычных выходных, но вскоре в ежедневных сводках увеличилось больных. Все почти с ума свихнулись, замер в страхе весь народ. В этот раз мы обманулись, корону водка не берет. Кто в больницу на лечение после бурных приключений, кто, как прежде, в заточении, по домам своим сидят. Что же делать нам, не знаем, вирус тот не убиваем, как мы сильно понимаем, в зоопарке медвежат. В этом ежедневном стрессе каждый день живет народ, все прибавили чуть в весе, так же, как на Новый год. Но сейчас у нас корона, так что вместо оливье гречка есть и макароны, ведь все готовились к войне. Будем дома веселиться, раз нельзя нам за границу. Нам бы главное не спиться и не лопнуть от еды. Поскорее бы на работу, можно даже по субботам. Дома чахнуть неохота из-за этой ерунды. Но пока на карантине и пока ажиотаж. Люди будто в субмарине, как сплоченный экипаж. Мы привыкли даже вроде, и кого вирус не берет, мусор вынести выходит, оформляя QR-код.